прелесть. Творческие люди у нас кругом. Уже нигде такое не найдешь. Куда его стелить, это вопрос. Ну. А тут еще и с этими. А вон соболями. Соболями. Прелесть какая. Там это за ними подходит. Они, главное, на улице, и как они резко пахнут. Аппарат у нас тоже такой был 100 лет назад. Какие-то музыкальные. А, можно еще уцепить на центр. Радиосвязь. Угу. Они новенькие, там еще есть листочек. Ты поняла, что делается? Лучки размыскаются, книги. Сейчас уже эти книги, ну, бумажные книги настоящие, не знаешь, уже где складывать. Все сейчас электронные читают. Но я так электронные не смогла. Это только.
зеленые носы. Здесь меня, конечно, очень много. Слава Богу. Слава Богу. Казаны 100-летней давности, ветки, да. Пельменница сколько стоит? 150. Какой гимназий чудесный. Да. Где был бежище.
тогда сделаны, как ты думаешь, или это сейчас? Из крышек бутылок, да? Да, да, да. Это все-таки изумительное. Да. Хорошо, когда есть заграждение, что не может никто. У нас все, например, во дворе. Ну, у вас тоже двор, у вас тоже двор закрытый, в принципе. Ну, сам по себе, да. Ну, смотри, какой творец. И уже даже желез есть. Да. Прелесть. Колокольчик красивый, прелесть. А вот везде трубы, это еще что, печное отопление у них? Или... Нет, это ГВ. ГВ, да. Раньше же были эти печники были, была такая даже должность буквально недавно. Да. Еще печник в ЖЭКах. В центре здесь. Смотри, тут каждая вот эта подделка, ну, какому-то своему направлению. Угу. Вот школьные все принадлежности, ручки. Да. А вот и ручки, это железная дорога. Автопарк, автопарк, прелесть. Вон хозяин двора, наверное, сидит, смотри, на да, гараже. Красавец, он бегает. Здесь так тихо сразу, заходишь во двор, хорошо. Смотри, уже расцвели эти нарциссы. Нарциссы, да. У вас тоже закрытый дворик ваш? Да, уже не сквозной. Да, ты понимаешь, много очень офисов во дворе. Это выходной, чтобы ты не вынес, поломанное. Все равно это свистнет. Понятно. Они открыли двор, то есть они, в принципе, не против, чтобы сюда заходили, нет, да? Нет, конечно. Они уже привыкли, наверное. Да.
что заходят, снимают. Покупка. Хорошая наша. Вот, вот, что. За 110. Угу. Ну, вот так вот зашли, да? Самое интересное. Приезжаю, значит, а компания, скажите, ну что-то сделала минуту. А мне так уже резать никого. Птицы, слушай, что делают птицы. Да. И здесь, конечно, ящики не такие красивые. Но тоже сними это. Да. Это уже совсем старенький. Это старая Одесса. Коты. Сундук, да? Угу. Ничего себе. Наверное, тут живет, я так понимаю, кто-то, кто занимается. Наверное. Наблюдает. Окно в Европу. Вот оно. Да, вот оно, окно в Европу. Моя собачка мне какая-то наблюдает за нами. Такого очень. Продавца, ну не купить, это же да, вообще преступление. Да.
продавец шикарный. Да. Главное, на газетке. На газетке, ну да, что он дурак будет на асфальте сидеть. Они в коробочках любят, они лазят. Да, знаешь, да. Что здесь эта Лила их кормит. Они со всех домов бегают сюда. Она приносит целую торту, чтобы кормить. Ты уже наелся, хватит тебе. Привет, красавец. Кто-то пригнет. Очень красивый, да, но... Работа. Да. А зачем? Прелесть. Да.